Добрый день, дорогие друзья. Вот у нас здесь львиный тихий час. Правда, у них тихий час может длиться не один час, а несколько. Поспать, полежать, они большие любители. И даже душа компании Беляшек тоже любит поспать. И в этом плане не сильно отличается от своих собратьев. Хотя по характеру он такой шустрый, игривый, задиристый даже, судя по его походам. Границы заколесного прайда. Только 4 часа бодрствуют, охотятся и кушают. Они очень мало двигаются, если не охотятся, чтобы сохранить много энергии. Ой, вот пузико к солнышку. Где же Ним? Смотри, как он спит. Пузико солнышко поставил. Вот такие красавцы. Что ж, друзья, всем большой привет от этих толстопузиков.